Так, всем доброе время суток. С вами Тоха, а я же Анатолий, ребят. Продолжаю ее. Вторая часть у нас. Помните, из серии на карте урожая у нас началась посевная, теперь у нас идет посевная. На задачу будет заправлять севалки. Я нанял ребят, они уже начали сеять здесь пшеницу. И там уже кукуруза уже сеется, все, но кукуруза сильно быстро уходит. Тут, может быть, побыстрее будет. Ну, короче, ребят, пошел процесс. Сейчас мы видим, сеется все нормально, все быстро, четко. Я думаю, это поле быстро они засеют. Будем помогать перегонять технику туда-сюда, ребят. Ну что ж, всем еще раз приятного просмотра. Кто не подписан, подписываемся. Ставим лайки, ребят. Всем миру вашему дому, ребят. Как говорится, всем удачи. Ну что ж, буду я сейчас идти помогать, там вижу, скоро кукуруза позаканчивается, наверное. Будем там работать, сейчас я прыгну. Так, тут у нас вот тут работает, тут, ну, семена пшеницы хватит, вот так, кукуруза, видите, у нас уже заканчивается. Будем сейчас заправлять технику. Ну что, ребят, буду я заправлять, оно будет, немножко будет потом в ускоренном виде, ребят. Ну, чтобы немного видео занимало наше. Ну что, ребят, погнал я, буду работать. Увидимся уже, ребят. Чуть попозже.
Так, все, ребят, все, мы закончили посевную, ребят. Так, поехали мы. Сейчас отгоним наши трактора. Те я уже отогнал. Все у нас посеяно. Кукуруза, ребят, посеяно у нас пшеничка. Теперь все хорошо. В следующей серии уже другим делом займемся. Посмотрим, что у нас тут имеется. Деньги у нас еще есть. Может быть, какую-нибудь скотинку заведем, ребят. Так, все, посевная у нас закончилась хорошо. Правда, много заправляли семенами кукурузу, потому что семена хорошо уходили. Ну а так, в принципе, все нормально. Напишите, ребят, в комментариях, как вам эта серия. Интересно или нет, ребят. На этом, наверное, я, ребят, закончу. Уже продолжим в следующей части. Может, будет еще по 19-й ферме. Всем, ребят, еще раз хорошее настроение, миру вашим семьям, ребят. Также приятного просмотра. Если интересно, поддержите лайком. Если хотите помочь, ссылочки все в описании. На этом все. Всем еще раз до встречи, до побачення. Я думаю, еще увидимся. Всем пока и до встречи, друзья.